Отличный плодотворный день. Будет возможность решить задачи, прежде ставившие вас в тупик, найти ответы на какие-то важные вопросы. Не исключены предложения, касающиеся профессионального сотрудничества или совместного творчества. В обоих случаях можно без долгих размышлений ответить согласием, вскоре перед вами откроются новые горизонты. Влияние позитивных тенденций преобладает и в личных отношениях. Отлично ладят люди, которые долго не находили общего языка. Если вы были с кем-то в ссоре и помириться никак не удавалось, попробуйте сделать это сейчас. Овен. Хороший день для работы, в том числе сложной, важной и ответственной. Можно браться за новые дела, реализовывать идеи, к которым вы долго не решались подступиться. Не сомневайтесь в своем успехе, он не за горами. Находчивость, проявленная в середине дня, поможет добиться того, что прежде казалось невозможным. Заметно влияние позитивных тенденций в романтических отношениях. Хорошо проходят свидания. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека, да и он может преподнести вам очень приятный сюрприз. Телец, сегодня вы особенно обаятельны и общительны. У тельцов не возникает проблем с поиском союзников, каждый готов предложить помощь и поддержку. Но стоит иметь в виду, что далеко не все, кто к вам сегодня тянется, руководствуются благими намерениями. Людей, желающих воспользоваться вашей доверчивостью, тоже достаточно. Поэтому будьте разборчивы и не доверяйте всем подряд. День подходит для того, чтобы заниматься делами, требующими аккуратности, внимания к мелким деталям. Вам удается ничего не упустить из виду, вовремя заметить и исправить чужие ошибки. Близнецы. Энергия и решительность помогают достичь поставленных целей. Не ленитесь, день как будто специально создан для того, чтобы трудиться не покладая рук. Награда не заставит себя ждать и почти наверняка превзойдет ваши ожидания. Возможно, преодоление разногласий с руководством. Начало сотрудничества на новых, более выгодных для вас условиях. В личной жизни вероятны перемены к лучшему. Вы не только догадываетесь о чужих желаниях, но и делаете все возможное для того, чтобы они сбылись. Именно благодаря вашим усилиям решится проблема, в последнее время огорчавшая кого-то из близких. Рак, благоприятный день. Он дает шанс решить какие-то личные проблемы, справиться со слабостями и сомнениями, которые мешали двигаться вперед. Вы способны контролировать свои эмоции, а в поступках руководствуетесь исключительно здравым смыслом. Это позволяет избежать многих переживаний и потрясений. В общении с окружающими вы порой бываете слишком прямолинейны. Это не всем по душе, но серьезных конфликтов удается избежать. Важно не увлекаться критическими замечаниями, не все рады их слышать. Чувство юмора не раз и не два поможет разрядить обстановку. Лев, день полон событий, часто совершенно неожиданных. Нежелательно принимать серьезные решения, поскольку вы пока не располагаете необходимой информацией. Кто-то из давних недоброжелателей попытается ввести вас в заблуждение, воспользоваться вашей доверчивостью, но вы вовремя выведете его на чистую воду. Воздержитесь от крупных покупок, постарайтесь свести к минимуму незапланированные расходы. Позже вы не раз поблагодарите за то, что сегодня были осторожны с деньгами, не стали тратить их на пустяки. Дева, яркий и запоминающийся день. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, но приятных моментов все же будет больше, чем напряженных. Важна способность совладать с собственными чувствами, сохранить здравомыслие и хладнокровие в любых обстоятельствах. Именно это поможет принять верные решения и добиться тех целей, к которым вы уже давно стремитесь. Могут появиться какие-то новые увлечения и интересы. События этого дня помогут на многое взглянуть по-иному, расстаться с какими-то иллюзиями и обзавестись новыми планами, вполне реальными. Весы. Вы легко увлекаетесь необычными и яркими идеями, все новое кажется интересным. Тут важно не путать фантазии с реальностью. Будьте практичны и серьезны. Разумно оценивайте свои возможности, прежде чем взяться за реализацию планов. Можно и нужно советоваться с родственниками, обсуждать свои начинания с друзьями и коллегами, вы получите много толковых рекомендаций. Будет возможность хорошо отдохнуть. Приятно провести время в компании людей, которые знают, чем вас можно порадовать и удивить. Не исключены сюрпризы, которые запомнятся надолго. Скорпион. Можно сделать много полезного и для себя, и для других. Трудности не пугают вас, вы справляетесь с ними, никому не обращаясь за помощью. Появляются новые идеи, творческие планы и замыслы. Не всегда их стоит осуществлять сразу. Подождите немного, благоприятный момент вскоре наступит. Тогда-то вы и начнете действовать. Домашние праздники, семейные мероприятия способствуют укреплению отношений с близкими.
старые разногласия забываются, причин для новых не появляется, взаимопонимание и гармония радуют и вдохновляют. Стрелец, день беспокойный. Хочется перемен, и перемен больших, но пока трудно разобраться, в каком направлении следует двигаться. Спешить не нужно, у вас есть время изучить ситуацию, все обдумать, определиться с целями и планами. Можно посоветоваться со старыми знакомыми, родственниками, друзьями. Не исключено, что чье-то случайно оброненное слово подтолкнет вас к верному решению. Вероятны денежные поступления, в том числе неожиданные. Возможно возвращение старых долгов. Некоторые стрельцы найдут простой и эффективный способ увеличить свои доходы. Козерог, настройтесь на деловой лад, и вы многое успеете. Вероятен значительный прогресс в работе, профессиональный успех. Возможно, вы не покорите карьерные вершины немедленно, но именно благодаря решениям, принятым в этот день, перед вами откроются новые двери. Это очень удачный день для тех, кто много общается с людьми. Новые знакомства и связи оказываются полезными. Будет возможность сосредоточиться на деле, на которое в последнее время не хватало времени. Вы успешно завершите то, что начали давным-давно. Водолей. День не принесет серьезных проблем, если вы будете осторожны и предусмотрительны, воздержитесь от участия в сомнительных мероприятиях. Соблазнов и искушений будет много, но здравый смысл поможет им противостоять. Будьте тактичны с близкими. Они не всегда ведут себя так, как вам хотелось бы, но сейчас не время бурно выяснять отношения. Сосредоточьтесь на поиске компромисса и имейте в виду, не все вопросы, которые кажутся серьезными, на самом деле таковы. Не стоит спорить о том, что вскоре просто забудется. Рыбы. День открывает массу интересных возможностей. Ваши идеи хороши и своевременны, сегодня их удастся реализовать без особого труда. День подходит для встреч с людьми, чье мнение для вас особенно важно, вы производите самое лучшее впечатление. Вероятны приятные неожиданности. Не будет недостатка в поводах для радости. Иногда речь идет о сущих пустяках, но чаще дело касается чего-то серьезного, важного и для вас, и для ваших близких. Вечер подходит для семейных мероприятий. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники.